6 апреля, недалеко от Туапсе, улица Лесная. Вот так сейчас выглядит море. Погода хоть и показывает, что где-то 14 градусов, но я думаю, что побольше, потому что я сейчас в маечке прямо и вот босиком нормально. Сыровато, но на солнце очень хорошо. Всем хорошего настроения. Вон там вот стоит Полик, отдыхает. Вот так вот там вдали порт и Туапсе. Море сейчас посмотрел. Ну, холодное, наверное, градусов 9-10, не больше. Прям как родниковый. Вот когда к роднику подходишь, так вот трогаешь рукой. Даже здесь на берегу. А так, в целом, конечно, данная ситуация, которая сейчас происходит, все планы изменила, попутала. Но хочется жить дальше и желаю вам того же.